Тираннозавр Рекс – настоящий король динозавров. Размеры тираннозавра впечатляют. 12 метров в длину, 4 метра в высоту и около 7 тонн веса. Огромный череп до 2 метров в длину, десятки длинных зубов. Зубы тираннозавра являются абсолютными рекордсменами среди зубов всех сухопутных хищников. Длина зуба с корнем достигала 30 сантиметров. Тираннозавр был охотником и охотился на других крупных динозавров. Он не бегал за своей жертвой, из-за своего огромного веса. Тираннозавр выслеживал свою жертву и нападал неожиданно. Охотился тираннозавр на медленных и неповоротливых динозавров. Тираннозавры были очень агрессивными динозаврами. Тираннозавр-самка была агрессивнее и крупнее самца. Обычно самка откладывала около 10-15 яиц в подготовленное гнездо, расположенное на земле. Это было очень рискованно, так как мелкие хищники были не прочь полакомиться яйцами. Поэтому самка почти не покидала гнездо в течение 2 месяцев, пока не появится потомство. Из всего количества яиц на свет появлялись около 4 маленьких тираннозавров. Ученые считают, что тираннозавр съедал около 80 килограммов пищи в день. Исследователи считают, что тираннозавры вымерли тогда же, когда и другие виды, около 60 миллионов лет назад. Тираннозавры были настоящими царями юрского периода. Размером с пятиэтажный дом, с невероятно острыми зубами, развитыми охотничьими навыками и, что самое интересное, с высоким уровнем интеллекта.